В Главном управлении МЧС России по Дагестану были подведены итоги работы надзорной деятельности за первое полугодие текущего года. Открыл встречу руководитель ведомства Нариман Казимагомедов. С основным докладом выступил замначальника Эльдар Хамамов. Он рассказал об основных задачах, которые были поставлены перед сотрудниками подразделений, а также о статистике происшествий за этот период. На территории Республики Дагестан за 2023 год произошло 1507 пожаров, а ПБГ 1500. На которых погибло 10 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей. Получили травмы свыше 29 человек. Основной причиной возникновения пожара явились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. За первое полугодие органами государственного пожарного надзора было проведено свыше 300 проверок и выявлено около 4500 требований пожарной безопасности. Мероприятие по надзору в области государственного пожарного надзора. За 2014 период текущего года деятельность надзорных органов осуществлялась с учетом действий моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий и приоритетов профилактической работы. Перед непосредственно к проверкам. В 2023 году органам МКПН проведено 342 проверки. Выявлено порядка 4500 нарушений требований пожарной безопасности. В среднем по республике выявлено 40 нарушений требований пожарной безопасности на одного инспектора. Докладчик также отметил положительные и отрицательные стороны территориальных отделов ГПН. В ходе встречи также были озвучены отчеты начальников муниципальных отделов пожарного надзора, а также обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются инспекторы. По итогам заседания Нариман Казимагомедов отметил, что управлением надзорной деятельности проделана большая работа в регионе по осуществлению контроля за обстановкой с пожарами и их последствиями. Также руководитель выделил приоритетные задачи деятельности инспекторов Госпожарнадзора.